Ну расскажите, как вы вообще их солите? Это вот, ну вот бочку, вот у меня муж занимается этим. Вот бочку замачивает, во-первых, чтобы она запухла. Потом он все это сливает, бочку моет, ставит вниз, вот так кладет укроп, чеснок и рядами огурцы. И сверху опять побольше укропа, чесноком. И все, вот и вся хитрость. Все. А потом воду? Да, потом вот она немножко постоит и воду опускает. Так у вас, может, и в речке вода особенная? Да бросьте вы, вода как вода, видите, тины сколько. А секрет, знаете, в чем? Вот люди сажают эти вот покупные семена, и мы сажаем свои семена. Если плохая погода, покупные почему-то все погибают. А наши остаются. Они перезимуют все буквально. Вот холод, морозы, все перезимуют.